Новое слово в строительстве – полированный кирпич, изготовленный из хакасского мрамора. Белый с черным гранитом, белый и черный с гладко-глянцевой лицевой стороной. Абсолютно новый вид продукции – полированный кирпич, аналогов которого нет в России. Его марка прочности намного выше, чем у лицовочного кирпича. Если у того 150-я марка, у этого минимум марка М250. Современный и качественный строительный продукт, который не имеет аналогов. Идеально белый кирпич марки М150-М200 из белого мрамора. Обработка такого кирпича аналогична полировке натурального камня. Глянцевый блеск ему придается специальными станками. Чтобы разнообразить цвета, в состав добавляют железоокисные пигменты. В Абакане уже облицованы многоэтажные дома полированным кирпичом. Мы с этой компанией уже работаем не первый год, и это не первый объект, который мы, ну, скажем так, оформляем из изделий из данного кирпича. На самом деле компания радует, что они развиваются, они всегда, ну, вот в последнее время вводят новые продукты, интересные цвета, то есть нестандартно, как вот привыкли, например, там желтый, там красный, как бы кирпич, который раньше строили. А здесь есть интересные цвета и коричневый, и серый, и белый, ну, слоновая кость. Кирпичный завод «Колизей» на протяжении 9 лет производит высококачественный облицовочный кирпич из хакасского мрамора белого цвета. Новинка кирпичного завода «Колизей» – это полированный кирпич с добавлением гранита разных цветов. Белый, черный, коричневый, оранжевый, цвет слоновой кости с глянцево-зеркальной поверхностью. Экологичный, проходит все нормы по радионуклеидам. Построено за годы работы немало детских садов. То есть, что доказывает. Очень долговечный материал, морозостойкость у него очень высокая. Завод «Колизей» производит 1,5 миллиона кирпичей в месяц с точной геометрией, все четыре стороны лицевые. Кирпичом завода «Колизей» облицовано более 1000 домов. Из него строят крупные застройщики Хакасии, Тывы и Красноярского края. Постоянная модернизация оборудования позволяет получать качественную продукцию, а запас мощности производства дает возможность закрывать потребности для новых клиентов.